Добрый день, дорогие друзья, уважаемые наши зрители в зале, уважаемые наши зрители в соцсетях. Начинаем очередной концерт нашего проекта «Гитару звонкую возьму». Сегодня у нас в гостях, опять-таки, новый, абсолютно новый участник, с которым ни я, ни многие в зале, ну, тем более зрители в соцсетях не знакомы. Это автор-исполнитель, путешественник, турист, автотурист, наверное, вот так вот можно назвать. Я приглашаю к микрофону Татьяну Кулешову. Люди добрые. И тогда я вот решила, что надо начать попробовать путешествовать автостопом.
И так как я по своей натуре максималист, мы сразу решили ехать в Владивосток автостопом. Ну, первые наши... Сначала мы, конечно, поехали не так далеко, в Екатеринбург, ну, как пробный такой был шар. А потом, вот буквально вторая поездка, мы уже собрались 4 человека, моя подружка Наталья, еще 2 парня, и мы 2 пары, а еще моя дочка, которой было 6 лет. Вот такой странный поступок. И мы на самом деле поехали в Владивосток, мы доехали автостопом до Владивостока, и обратно тоже автостопом доехали до Уфы. И самый, ну вот почему я это рассказала, почему начала с этой песни. Мы ехали как раз в Екатеринбург первый раз автостопом, и мы остановили КамАЗ, там был такой, ну, тряска, не было музыки, ничего, и прям такие условия были прям кошмарные. И я еду, и я понимаю, что мне вот слова идут слова, и я думаю, как же их записать, как же их там запомнить. Вот прям вот в этих условиях мне вот пришла вот эта песня, которую я сейчас исполню. Вот я прям помню, я еду на КамАЗе, и она, эта песня ко мне приходит. И вот так получилось, что вот многие песни именно приходили во время путешествия. Почему? Ну, мне кажется, там как-то душа освобождается, мы здесь постоянно находимся в какой-то тревоге, суете, да, у нас постоянные проблемы, напряженность. А когда ты едешь, ты полностью отпускаешь себя, отпускаешь как будто вся твоя сущность такая расслабленная, и это позволяет как раз впустить в себя вдохновение, впустить в себя какие-то новые эмоции. И поэтому, наверное, приходит песня. Вторая песня, которую хочу спеть, это еще более интересно, то есть там просто было некомфортно ехать в тряске, а тут мы ехали в Крым, это уже было позже, с дочкой уехали в Крым, и обычно мы там где-то останавливаемся, в каких-то, может быть, или у друзей, или в палатку ставим, а тут так получилось, что мы заехали в город, и было ночевать вообще негде, такой маленький поселочек. И мы просто сели на скамейку, это был один из самых экстремальных, конечно, почти такого больше никогда не было. Я дочку, она маленькая, 6 лет, я ее завернула в спальник, а сама сидела на скамейке, на спальнике, спит на мне. И я сижу, мерзну, то есть у меня реально зубы стучат, то что так-то лето, но ночью холодно. И мне вот эта песня тоже приходит, я думаю, тоже как ее записать, как и это. И думаю, и потом еще мне тоже говорят, блин, почему мне так плохо, когда мне приходят такие, ну, красивые песни. Так, сейчас песня, которая называется «Я люблю тебя». Я люблю тебя, прошептал мгле рассвет поутру. Люблю тебя, лепесток лепестку. Я люблю тебя, это не я, не тебе говорю. Я люблю тебя, просто люблю. Земля, что рождает вода, что питает звезда, что сияет, так любят тебя. Солнце, согревая ветер, обнимая небо, вдохновляя, так любят тебя, так любят тебя, так любят тебя и я люблю тебя, признавался росточек росе. Я люблю тебя, кедрик сосне. Я люблю тебя, и это чувство не только во мне. Я люблю тебя, и я все люблю, и везде. Земля, что рождает вода, что питает звезда, что сияет, так любят. Так любят тебя, так любят тебя.
Мы еще городские жители, но мы хотели как-то переехать в деревню. И очень хотелось прям найти место, которое бы очень нравилось. Выращивать растения для себя, дом свой построить. И вот на этой волне я сочинила вот эту песню. Называется «Моя земля». Ручья просыпается, светлой волной наполняется небо, легкой росой на тропинках качается ветер. Обо мне легкой улыбкой поет душа, музыкой звезд. А во сне летела над горной грядой не спеша, узнала ее моя земля теплая. Нежностью льется, проснется, родится моя земля. Вся расцветет по весне, встрепенется белая птица. Мой год, белая птица. К тебе спеша. Зеленым засеянным леном притихла мысль моя до утра. Ей утром разлиться по смелой зорнице, вольному вольница, к вершинам небес прикоснуться мечтой. И свет пересвет окунуть с головой себя, доля моя, когда моя воля, моя земля теплая, нежностью льется, проснется, родится моя земля. Вся расцветет по весне, встрепенется белая птица. Мой голубь, белая птица, к тебе спеша. Запомни молитву, любимой улыбку на века. Запомни, что шепчет ночи долгой встречной судьбы река. Ты образ любимой, застенчивой, милой в душе храни. Пусть руку согреет тепло самой верной твоей руки. Позови к своей земле теплой. Нежностью льется, проснется к своей земле. Вся расцветет по весне, встрепенется белая птица. Мой год, белая птица, к тебе спеша. Моя земля теплая. По весне встрепенется кроме путешествий, что у нас вот на то, что до Владивостока доехали, конечно, путешествия очень наполняют душу. Когда мы ехали до Владивостока, самое главное, что мы почувствовали, насколько у нас огромная и мощная страна. То есть, вот, представляете, едешь, вот день едешь, там сутки, вторые, третьи, выходишь и идешь, и те же самые люди, да, русские, там, может, также рублями расплачиваться, тоже так же вот общаешься. То есть
вот то, что у нас огромная страна, когда мы на карте это смотрим, это настолько не ощущается. Вот когда ты собой это все почувствуешь, когда ты сам через себя это все это пропускаешь, ты вдруг вот какой-то у тебя патриотизм вот такой, что, блин, какие, как нас много, как мы, какие мы сильные, какие мы мощные. Но еще меня, конечно, очень сильно поразило, вдохновило то, что очень люди добрые, именно в плане того, что вот когда мы на Алтае, допустим, путешествовали, люди прямо, как нам сказали, что когда вот заедете на Алтай, люди будут останавливаться и говорить, вот мы вас подвезли, но у нас нет места в машине. Мы не поверили. И первая же машина, когда вот мы заехали в Алтайскую область, на самом деле остановилась нам, и человек показал, что у него вся машина забита какими-то вещами, и говорит, я бы вас с удовольствием подвез, но я не могу. Ну, то есть вот какая-то прям такая человечность именно вот без задней мысли. То есть люди просто останавливаются, говорят, что вы здесь стоите, пошлите к нам, переночуйте, давайте мы вас накормим. Там, то, и тоже, вот, знаете, без каких-либо там, ну, каких-то, это, именно от, видно, что прям от всей души, от чистого сердца. И это так было приятно, вот как бы, ну, какой-то наполняющий какой-то гордостью за свою страну, что и у нас есть такие люди еще. Как будто, с другой стороны, есть такое ощущение, что немножко вернулся в Советский Союз, конечно. Что-то такое почему-то больше из прошлого. Вот, но это очень, очень приятно и очень как бы, ну, то, что вот все равно у нас есть такое, что мы немножко то, что русские, как будто это нас зажимает, а там наоборот ты русский, как, ты начинаешь этим гордиться. Так, ну и кроме вот, у меня был такой еще в жизни период, когда мы занимались гипнозом и делали регрессии в прошлой жизни. И я один раз почувствовала себя в прошлой жизни старым человеком, хотя вот сейчас я уже бабушка. Я сейчас вот эту песню спою, что у меня были внуки, но у меня сейчас уже есть внуки. Я тогда, когда ее писала, даже представить не могла, что там буквально через 10-15 лет у меня тоже уже будут свои внуки. Но тогда я просто писала то, что у меня я представила себя старым человеком, то есть опустилась в прошлую жизнь и представила, что я уже старая, что у меня есть внуки, что у меня там есть какой-то взрослый тоже мужчина рядом. Называется песня «Когда мы были стариками». Когда мы были стариками, мы обнимали мир руками. Мы понимали внуков, мы вызывали духа. Мы заполняли мир искусством, мы жили просветленным чувством. Мы пели гимны солнечной стране. Когда пришла беда, мы были на коне. Для всех непобедимы, мы от себя неотделимы, мы были навсегда. Я видела рассвет в твоих глазах, купала руки в длинных волосах и обнимала милые черты глаза и измеряла чувства. Тебе сплетались вдохновения, нежные ростки. Я сотворяла мир словами, я наполняла мир цветами, желанием, воплощением мечты. Мы вместе сотворяли мир своих надежд. Мы одевали лён своих одежд. Мы понимали чудо из чудес, гармонию небес и ведающий лес. И мы для всех непобедимы, мы от себя неотделимы, мы были навсегда. Я видела рассвет в твоих глазах, ведь мы для всех непобедимы, мы от себя неотделимы.
навсегда. Я видела рассвет в твоих глазах, когда мы были стариками, когда мы были стариками. Очень впечатлил этот край, просто восхитительный. Мы просто после этого еще ездили раза четыре, у меня там еще подружки жили, сейчас одна подружка уехала в Краснодарский край, а одна подружка так и продолжает жить, и сейчас я хочу вам песню спеть про Алтай. Это она именно, по-моему, я ее прям там и сочинила, хотя она как будто бы про Башкирию, там какие-то места есть, вот где там будут слова про то, что ежик уперся в мои руки, это тоже реальная история. Я ездила в Табынское, есть такое у нас село Табынское, и мы тут там гуляли по лесу, я вот шла и как бы слышу, я помню, тут дочка была, мне просто надо было дойти там до встречи с своей подружкой, тоже мы договорились встретиться. А все равно страшновато одной идти, хотя там практически никого никогда в лесу нет, или люди еще почему-то боятся леса. Я вот иду с дочкой, и вдруг слышу так... Я думаю, боже мой, что это там, начинаю смотреть. И вдруг смотрю, параллельно нас идет ежик. И мы такие идем, и он параллельно нас идет. И потом мы остановились, так и стоим. Ну, думаю, что дальше будет? Он идет, и просто посмотреть. И вдруг он раз, и к нам идет. Ему интересно стало, мы думали, он нас испугается, как мы его испугались. А он вот прям к нам подошел и начал нас нюхать. И я вот на самом деле, я так вот ему ладонь подставила, и он так понюхал, и ушел. Я думаю, боже мой, как это, ну как-то очень прикольно. Так, вот эта песенка называется она... Так, как она называется, я потом скажу, потому что я не помню. Ну, будем считать так, каплями хрусталя, поначальные строчки. Каплями хрусталя на тропинках роса отогреется солнцем. Чиф-чиф-чиф, птицы пьют ранний воздух, как пенное молоко. И все хорошее не исчезает, оно остается где-то внутри, глубоко-глубоко. И все хорошее не исчезает, оно остается где-то внутри, глубоко-глубоко. Далеко небо, высоко солнце, не достать рукой, не обнять, но легко сердце под ногами льется, луговых трав благодать. Я бегу, и навстречу рассвет, бересклет уступает дорогу. Забегаю за край земли, и там танцует беспечный восторг. Строго на меня глядит юный день с косогоров пологих. Вдруг улыбка ручей озарит на моем пути тихий лог. Далеко небо, высоко солнце, не достать рукой, не обнять, но легко сердце под ногами льется, луговых трав благодать. Я прочту ясноглазый заре целый ворох неписанных истин, писем, что диктует забывчивый дятел, снующий в траве детворе. Ты верь мне, ни с того ни с сего ежик ткнется в мои руки листья. Верю я, что живая земля, и что я не одна на земле. Далеко небо, высоко солнце, не достать рукой, но легко сердце под ногами льется, луговых трав благодать. Далеко небо, высоко.
высоко солнце, не достать рукой, не обнять. Но легко сердце под ногами льется, луговых трав вяжется пеш, пеш, пешкой шаг.
Я не ушла, этажами нависа, я жду продолжения. Капелькой олова, то ли старо, то ли молодо, то ли вечер забыл уснуть, станем холодом, более молотом. Но не забудем вздохнуть, голову наверх, глаза вниз. Может, крылья за спиной для тебя сложим. Было или есть уже в твоих движениях, жилишь или шелестом приближения, вешали капли мокрым лепесткам. В садах сердца было или есть уже что-то не вяжется, пеший пешкой шаг. Я не ушла этажами на весах, я жду продолжения. Было или есть уже в твоих движениях, жилишь или шелест приближения, вешали капли мокрым лепесткам. В садах сердца было или есть уже что-то не вяжется, пеший пешкой шаг. Я не ушла этажами на весах, я жду продолжения. Тебе покажется, и солнце скатится, и ночь накрасится вся в цвета. В своих песнях часто, ну, есть и какие-то бардовские, наверное, певы. Год назад участвовала как раз в бардовском концерте «Агидель», который назывался, кстати, практически первый раз в жизни в конкурсе «Агидель» участвовала. Там даже мне дали какой-то приз, подающий что-то надежды. Был такой период, когда мы ездили в Москву, у меня есть три подружки, они две жили на Алтае. Одна сейчас как раз живет на юге, которую я уже говорила. Вот. Но когда были мы помоложе, лет 10 назад, 15 или 20, мы как-то решили завоевать Москву, поехали втроем в Москву. И там какое-то время жили. И вот когда мы пели в электричках в Москве, там был такой интересный случай. Там очень много музыкантов, как бы люди, наверное, устают слегка от них. И мы туда ездили с дочкой, и дочка вышла, и сказала, там мы тоже уже устали все. И она вышла и сказала, вот эти песни мама сочинила сама, между прочим, вы вот них не слушаете. И как-то люди так сразу, оп, посмотрели, и вот я спела вот эти песни, и нам там дали сразу кучу денег, больше 2000, никогда такого не было за один вагон. Но это все равно какой-то эффект такой был, что мы немножко такие уже были разозленные, уставшие. Вот, сейчас я хочу вам эту песню, называется «Песня», она про Бога, но не в таком прям смысле, что религиозном, а просто в плане того, что существует что-то, что создало весь этот мир, и, наверное, иногда к нему стоит обратиться. Итак, песня «Сегодня пришел ко мне Бог». Сегодня пришел ко мне Бог и сказал, давай поменяем мир. В нем будет тепло, в нем будет весна, и мир каждый полон любви. Но я, улыбнувшись, его обняла, шепнула, ведь мир — это мы. Достаточно солнца и моря тепла, мы все состоим из любви, состоим из любви. Мы поменяем мир, осознав, мы из любви. Мир только ждет этот шаг, маленький шаг вглубь себя, где счастьем волна светится душа. С тобою мы можем менять времена, мы можем менять все миры. Лишь надо поверить, поверить в себя,
поверить в возможность мечты, открыться, довериться миру чудес и рядышком близкой руке. И Бог, улыбнувшись, вернулся к себе и помахал нам с небес, помахал нам с небес. Мы поменяем мир, осознав, мы из любви. Мир только ждет этот шаг, маленький шаг вглубь себя, где счастьем полна светится душа. И мы поменяем мир, осознав, мы из любви. Мир только ждет этот шаг, маленький шаг вглубь себя, где счастьем полна светится душа. Называется «Сразу иду за тобой». Ну, такая же у меня идея фикс, чтобы мы ближе были к природе, больше любили природу, любили людей, животных и особенно деревья. Очень люблю деревья. Даже тоже часто вот, против строительства Канашпана мы там тоже стояли в палатках. Я в том числе, ну хоть пока из этого ничего и не вышло. Сразу иду за тобой, вечер сонный, уставший стеной, не поможет, не скажет, зачем и куда. Мы убегаем от бешеных улиц зеваками, грязными брызгами, сонными стайками. Ветер нас будет вести между скрытными, умными, статными, прямо туда, где туманы зигзагами нас подождет тишина. Запеленает, заставит насильно забыть обо всем навсегда. Да-да-да-да-да-да-да. Кроме тепла, в самом сердце жарко бьющегося, нежной улыбки неба над нами смеющегося. Кроме тебя, звон паутинка, вибрации солнца луча, самое ухо шепча. На-на-на-на-на-на. Самое ухо шепча. На-на-на. Напомни, я расскажу тебе самую длинную, дивную, светлую, странную сказку с конца. Там, где добро побеждает, а все остальное дымком исчезает, свет превращается. Птицы кивать будут нам головами, крыльями хлопать и радоваться. Звери будут плясать и резвиться, лес хохотать распахнет перед нами, объятия раскланяются. Да-да-да-да-да-да-да-да. Сколько тепла в самом сердце жарко бьющегося, нежной улыбки неба над нами, смеющегося, сколько тебя, звон паутинка, вибрации солнца луча, самое ухо шепча. Нежной улыбки неба над нами,
несущегося. Сколько тебя? Звон паутинка, вибрации солнца луча. Самое ухо шепча. Говорила, что 2006 года у меня я начала писать песни, и с тех пор у меня около 200 песен я написала. И было такое, что когда кто-нибудь просит спеть песню, всегда очень, ну как бы сложно почему-то сделать выбор. И так интересно, что у меня есть песня всего из двух аккордов, хотя все равно, мне кажется, по ней не скажешь. То есть она достаточно красивая. Называется «Про море». Сейчас мы окунемся в лето, в море. В обожании твоих красивых строчек, почек у берез и точек у небес, я пойду на поздней южной ночью, буду к тебе плыть, буду петь тебе. Убаюкают меня ночные няньки, перешептывание горы с прибоем. Я запомню небо наизнанку, связанное сказочным покоем. Наринэй, 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 наринэй. Звезды бисеринки будут плыть над миром, нежно всех разгадкой накрывая. Успокойся, крошка, лишь пунктиром, я тебя люблю, моя родная. И узоров сотни мириады, вот кометой пробежала строчка, я тебя люблю, моя родная. Жизнь моя и снова многоточие. Наринэй, 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 в обожании твоих красивых строчек, почек у берез и точек у небес, я пойду на поздней южной ночи, буду к тебе плыть, буду петь тебе. Человек заказал песню про войну. Я на заказ, вот я спела вам песню про «Сегодня пришел ко мне Бог», сказал. Вот эта, кстати, песня была на заказ, тоже сочинена. Тоже попросил об исполнении желаний, если что-нибудь сочинить. А вот эта песня была заказана, чтобы я сочинила про войну. И вот такая мне песня получилась. Сейчас немножко поддержим, потому что сейчас на слуху, да, что-то происходит. Конечно, всем хотелось бы, чтобы этого не происходило. Сорокадвухтысячное войско собирает в путь опасный и губительный. Скоро
скоро будет битва не на жизнь. Ты стоишь, прижавши руки к сердцу, и полет Сапсана упоительный ускоряет без того взорвавшуюся мысль. Потечет рекой армада серебристых копий, и сойдутся будет битва не на жизнь. А в твоих глазах лик ада, потрясенный ты взмолился, но нельзя сегодня не насажить. Что-то изменить. Звон металла, стоны, крики. Дух ведет тебя вперед. Гром прозвучат приказы за твоей спиной. Пусть влетает сердце мира, взгляд бросаешь из-под лобья, но ликует крик Сапсана над крови рекой. Потечет рекой армада серебристых копий, и сойдутся будет битва не на жизнь. А в твоих глазах лик ада, потрясенный ты взмолился, но нельзя сегодня не насажить. Что-то изменить. Потечет рекой армада серебристых копий, и сойдутся будет битва не на жизнь. А в твоих глазах лик ада, потрясенный ты взмолился, но нельзя сегодня не насажить. Что-то изменить. Мы будем пытаться менять, да? Стараться что-то делать. Тоже песенка про любовь в какой-то степени, но еще она вообще называется «Снежная сказка», хотя в самом названии закрыто то, что там она вообще не снежная. Ну, эта песня вообще про лето. «Снежная сказка». Если бы я заблудилась в тебе, ты бы, конечно, растаял. Помани меня, и я прибегу к твою снежную сказку. Расскажи меня, поделись верными тропками тайны. Закружи снегопадом, и я в твоем безвремени кану. Будет снежная ночь, там, где снежинки, как звезды. И будет ласковый, нежная длань луны. И ты захочешь помочь найти мне тропинку до дома. А я скажу тихо-тихо, как ветер: мой дом — это ты, только ты. Месяц поет колыбельную звезд, маленький лучик сверкает. Светлячок вот-вот дотянется магией света до неба. Он большой поэт, так тепло, только снежинки не тают. Так смешно было думать, что это мороз, это бунт тополиного лета. И будет снежная ночь, там, где снежинки, как звезды. И будет ласковый, нежная длань луны. И ты захочешь помочь найти мне тропинку до дома. А я скажу тихо-тихо, как ветер: мой дом — это ты, только ты.
там, где снежинки, как звезды, и будет ласковый нежная длань луны. И ты захочешь помочь найти мне тропинку до дома, а я скажу тихо-тихо, как ветер: мой дом — это ты, только ты. Прошедшая жизнь трудно-трудно постигается сердцем. Мне не нужны шаги, только-только дыхание твое. Мне не нужны звонки, только взглядов терпкая нежность и слепое желание слышать, как сердце твое поет неизвестную мелодию пока. Есть что-то от весеннего дождя, от бессонной глубины небесных глаз, те, что смотрят с обожанием на нас. Не потрескивает пламя, грея всех. Если б можно было жить в ее тепле, я бы бережно вплела в нее свою сердце древнюю мелодию. Рисуя наши шаги, долго-долго до гор плывут облака. Горы долго-долго растут, чтобы стать выше звезд. Там реки берут начало свое, напившись звездного молока. Бегут снова к нам, чтобы услышать, как сердце поет твое неизвестную мелодию пока. Не что-то от весеннего дождя, от бездонной глубины небесных глаз, те, что смотрят с обожанием на нас. Не потрескивает пламя, грея всех. Если б можно было жить в ее тепле, я бы бережно вплела в нее свою сердце древнюю мелодию, неизвестную мелодию пока. Не что-то от весеннего дождя, от бездонной глубины небесных глаз, те, что смотрят с обожанием на нас. Не потрескивает пламя, грея всех. Если б можно было жить в ее тепле, я бы бережно вплела в нее свою сердце древнюю мелодию. Грозные песни, видимо, все-таки город сам по себе такой энергичный. Чем больше город, тем больше там энергии, тем оно все такое больше дает какой-то заряд. Хочется такое что-то энергичное сочинять. Благоухают цветы, ла-ла-лей, ла-ла-ла-ла-лей.
путешествий, гуляя по свету, меня пробудил от долгого сна. Теперь я в дороге, как воин. Воля проснется с первым лучом, нежным рассветным, с надеждой живя на лето восход, обретение себя. Много пела в электричках, поэтому у меня есть такой прям голос, чтобы было слышно всем. Так, давайте мы посмотрим, что можно еще чем-нибудь. А, вот. Есть какие-то песни, которые вот все равно у меня, конечно, такой немножко все равно фольклорный, такой немножко какой-то, мне нравится подбирать какие-то интересные слова, что-то уходить в какую-то древность, ну такое что-то немножко. Вот. А есть какие-то песни, которые похожи больше на что-то такое попсовенькое. Вот. И, ну, оно легче ложится на слух. И даже, ну, как ты говоришь, вот если бы как-то можно было так сразу ее аранжировать и сделать, она была бы хитрой. Вот называется песня «Настолько, насколько». Это на одной статье. Более вариант сценический. Он был смелее меня настолько, насколько устало лето менять весною потоком. И забывать постепенно руки твои, с тобою неинтересно, и буднях небо терять твое. Я не успела понять все правила, причины слез. Уже пора расставлять твои ответы на мой вопрос. Уже пора убегать от грусти, но я не хочу. Еще не расставшись, грущу без тебя я грущу. Он был сильнее меня настолько, насколько унылое небо менять игрою на другое. Менять картинки из книжек светом, и лишь тебя не менять никогда ни на что, никогда ни на что, и лишь тебя не менять никогда ни за что. А если менять, то не это. Хау-хау-хау-хау. Я не успела понять все правила, причины слез. Уже пора расставлять твои ответы на мой вопрос. Уже пора убегать от грусти, но я не хочу. Еще не расставшись, грущу без тебя я грущу. Тебе столько грусти, тебе столько будет, и впереди, наверное, полжизни, скорее целая жизнь. Пора с тобой расстаться, а на часах 18, и нет лучше занятия, как твое имя твердить. И нет лучше занятия, как твое имя твердить. И нет лучше занятия, но зачем нам в твоем имени плыть? Я не успела понять все правила,
причины слез. Уже пора расставлять твои ответы на мой вопрос. Уже пора убегать от грусти, но я не хочу. Еще я расставшись грущу без тебя. Без тебя я грущу. Так, вот так вот. Но я очень много пела песен уже вот даже когда меня Альбина сюда пригласила, она меня видела с дочкой. То есть я вот так интересно, что у меня практически все, я и путешествовать начала, когда у меня дочка появилась. И песни петь, и писать начала тоже, когда дочка появилась. Вот многие говорят, что вот, да, ребенок появляется, и как будто он все закрывает на пути. Вот у меня как будто все наоборот. У меня на самом деле, вот когда дочка появилась, то есть я до этого работала в институте в нефтяном, даже преподавала там. Многие, кстати, и среди вас, возможно, найдутся люди, которые не поймут вот моего, то, что я все это убрала из своей жизни. Вот. А потом родилась дочка, я начала путешествовать автостопом, начала писать песни. С дочкой, да. Автостопом. Да, да, да. Ну, и я даже... До этого даже ты не дошла. Я даже думаю, что это как раз она. Ну, как бы, вот, ну, просто... Мы можем все планировать, мы можем все рассчитывать, мы можем все думать. Вот мы там, многие думают там, о, женщина там с прицепом, как еще нас называют. И что там ребенок там закрывает все пути. А на самом деле все вообще не так, мне кажется. Мне кажется, каждый человек это какая-то душа, да? И вот моя душа призвала ее душу, а у нее душа оказалась там, которая хотела путешествовать, хотя, может, моя тоже хотела путешествовать, но ей не хватало сил просто на это, да? И вот мы соединились, и все, и мы начали путешествовать. И дело даже не в том, что как опасно это или не опасно, можно, не можно. Но так, получается, сложились обстоятельства. То есть я до появления... Получается, вот у меня был период в жизни, когда я сначала преподавала в институте, потом еще был период в жизни, когда даже мы предпринимательством занимались, то есть у нас была даже склад медовой продукции. Вот, а потом мы все это как-то завершилось плавненько, и мы начали путешествовать автостопом, да, и писать песни. И она, кстати, самое интересное, что сейчас моей дочке 20 лет, у нее уже двое детей, у меня есть два внука очаровательных, ну, у нее муж, семья, все хорошо. Вот, ну, у меня тоже, я считаю, все хорошо. Вообще, мне кажется, что все эти стереотипы насчет того, кто что должен, там, мне кажется, вот, ну, после 20 лет, как бы, и поисков, ну, то есть я все равно, мне кажется, по стереотипу хотела, конечно, чтобы у меня была полная семья. Сейчас я пришла к тому, что, как бы, ну, вообще не готова ни к семье, именно к самодействию с мужчиной. Я как бы не призываю к этому, но именно это не мое, я думаю. То есть я настолько свободный человек, то есть я не могу подчиняться, мне очень сложно подчиняться даже. То есть когда я подчиняюсь, я просто себя ломаю. И поэтому вот все мои, думаю, отношения складывались. И то, что я путешествовала автостопом, там не то, что я подвергала опасности ребенка. А я считаю, что автостоп — это просто потрясающая энергетическая практика. То есть ты выходишь на трассу, и ты создаешь образ. И вы не поверите, но там именно вот все сбывалось. Вот все, что я думала. Я вот думаю, что вот в жизни почему у меня так это не получается, но получается, но очень с большим трудом. Я сейчас вот как раз над этим работаю. Именно сейчас хочу, чтобы все-таки это получалось в жизни. Хотя с автостопа прошло уже много лет. В автостопе на твое передвижение воздействуешь только ты. Ну, может, какие-то еще рваные мысли водителей, то есть, но они по большому счету на тебя не действуют. То есть ты, твой образ, твоя вера. Если ты можешь четко держать образ, знаешь, что все будет хорошо, там, что, то и будет все именно так. А у нас было настолько все именно так, как мы хотим, что это просто было, ну вот,
невозможно. И это, вот я именно в фотостопе поняла, что мысль материальна. Даже не то, что поняла, а я это увидела своими глазами. Ну, то есть Антон Кротов как раз писал, что вот как вы настраиваетесь, так все и будет. И мы так настраивались, и так все и было, понимаете? Да. Поэтому в этом вообще нет ничего. Если бы мы выходили на трассу и боялись, то да, это, конечно, было самоубийство. А на самом деле автостоп – это просто потрясающая практика. Именно вот в плане того, что на самом деле мысли материальны, мы на самом деле создаем свою жизнь сами. Я вот сейчас хочу, чтобы и в моей жизни, и просто я автостоп сейчас уже давно не езжу, как и не пою песни, но все возвращается. И, конечно, хочется, чтобы в жизни было так, как бы то, что ты хочешь. Но нас одолевают здесь мысли другие, чужие, ну, как бы чужих очень много мыслей, да, с которыми мы не можем справиться, которые крутятся у нас в голове. Мы не можем от них абстрагироваться, и они захватывают наши эмоции, и мы уже эмоционально притягиваем совсем другие события. А надо все-таки жить свою жизнь, а не чужую. Я думаю, в идеале. Называется песня «Нежность, тишина», но она тоже такая же любовная, великая, то есть поэнергичнее чуть-чуть. Ты красив, сказочно красив, ты добрый сказку, теплый ангел сна. И если ты стремительно бежишь, я вижу шлейф волшебного плаща. Побудь со мной мгновенье в тишине, гора Алтая. Мы сидим во сне, огонь горит, внутри огонь горит сильнее, 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 сильнее. Вечность будет длиться этот миг, вечность, глаз бездонных тишина. Если мы себе поверим, есть у нас всего одна. Вечность будет длиться этот миг, вечность, глаз бездонных синего. Если мы себе поверим, есть у нас всего одна. Нежность, тишина. Простые рифмы и простые сказки, конечно, проще, легче все понять. А я в твоих словах не вижу связки, от этого лишь хочется летать. А ты в тиши, родной, очень близкий, как в детских снах полученный ответ. Но мне понять тебя не хватит жизни, как хорошо, что сроков в этой жизни нет. Вечность будет длиться, эта жизнь вечность, глаз бездомных синего. Если мы себе поверим, есть у нас всего одна. Вечность будет длиться, эта жизнь вечность, глаз бездомных синего. Если мы себе поверим, есть у нас всего одна. Нежность, тишина. Что вот, больше всего, конечно, классно, ну, не знаю, может, не хватает, может, хватает, но классно, когда вы очень сходитесь с человеком, которым вы едете. То есть вот я ездила, больше всего мне нравилось ездить с моей подружкой Наташей, которая живет сейчас на юге, как раз в Северской, станица Северская, она туда уехала, с Алтая. На Алтае все-таки тяжеловато, она там такой глубинки жила, что прям вообще вот только на натуральном хозяйстве, в общем, не выдержал человек. И она переехала сейчас в Северску. И вот мы когда с ней ездили автостопом, это были такие чудеса прям вот. И причем, знаете, чудеса именно вот в плане того, что твое истинное желание. Вот, например, мы там стоим с ней, и надо, мы стараемся вот на любую машину остановиться, ехать, как это называется, волна. То есть можно даже там 5 метров доехать, зато потом в этот 5 метров садишься и сразу дальше едешь, сразу дальше едешь. И вот мы стоим, а она такая: «Ой, я хочу помидоры. Давай сходим, а там рынок буквально там в 20 шагах. Я пойду, схожу за помидорами и все-таки сядем». Я говорю: «Ну иди». Он такой: «Нет, блин, а сейчас вдруг сядем». И вот она стоит и муссирует это, муссирует. Я чувствую, что вот идет прям переполнение вот этой энергии помидорской. И подъезжает КамАЗ просто вот так сверху, наполнен помидорами. И останавливает, естественно, нам. И мы садимся, и там тоже водитель, и там все заставлено помидорами. Я говорю: «Куда мы сядем-то?» Он говорит: «Ну, садитесь куда-нибудь».
И потом говорю, а помидоры хотите? То есть это настолько явно, и вот это очень прям часто, то есть мы, ну, вот если мы автостопили, мы там просто говорим, хороший водитель, ну, куда там, хороший водитель в сторону российской, если мы на российский едем, или там хороший водитель в сторону там Алтая, если мы Алтай едем. А иногда мы воображали, и там говорим, водитель, чтобы у него там играл Наутилиус Помпилиус, и чтобы у него там была темно-синяя машина, и чтобы он был веселый. И останавливалась. Представляете, вот, и вот тогда, когда мы так, ну мы так почти никогда не делали, но тогда вот мы так выпендрились, и прям вот он и остановился, у него прям вот синяя машина была, он прям веселый был, у него прям играл Наутилиус Помпилиус. Мы прям выпали, мы вот, у нас прям такой шок, мы сидели, он говорит, что типа с вами, девчонки? Я говорю, блин, вот прям вас заказали. Он говорит, в смысле заказали? Я ни по какому, ни по заказу. Я говорю, просто так остановил. Это было реально очень круто. Ну и потому что, да, почему не забывается в жизни? В жизни сложнее, не знаю почему. Ну вот я тоже сейчас хочу, почему-то пока не получается. Вот так, ну я вот очень люблю одну песню. Я практически всегда и заканчиваю, даже, ну, две песни своих люблю. Я почти все люблю свои песни. Вот. Но часто думаю, с какой начать, с какой закончить. Единственное, что вот плохо, что я долго не играла, я, ну, иногда забываю аккорды, и, конечно, наверное, не очень хорошо. Ну, давайте сейчас, раз уж я ее здесь увидела, одну из моих любимых песен, а потом, как раз придет в голову, так, то и споем. Песня называется «Дальше будет любовь». Дальше будет любовь. Знаю почему. И это один мой друг-предприниматель, который живет в Палкино, сказал, что это самая лучшая песня. Вот. Не знаю, почему он так решил. Итак, поехали. Небо смотрело мне след, сонное. Я сделала шаг назад, что было чуточку лучше видней. Я вижу чудо во всем, трогаю, чтоб ангел свободно сидел на плече моем. И дальше будет любовь, дальше будет любовь, дальше. Куда б я ни шла, дальше будет любовь, дальше будет любовь, дальше будет. Небо стелило внизу облака волнами, взбитой лестницей вверх, и я дотянулась до звезд. Но даже в самый прекрасный момент, долгий-долгий, я ни на миг не теряла тебя, не теряет ли что-то всегда вдвоем. И дальше будет любовь, дальше будет любовь, дальше. Я вижу, дальше будет любовь, дальше будет любовь, дальше будет. На маленьком звездном причале, в космосе, на самом дне твоих солнечных глаз, голубиных миров, все мои встречи живут полностью. От начала веков они обитают тут. И дальше будет любовь, дальше будет любовь, дальше. И дальше будет любовь, дальше будет любовь. Только она всегда была и будет. И мы сосуды, и я пам-па-да-ду-дам, и я пам-па-да-ду-дам, да-да. Там-та-дам, дальше будет любовь, дальше будет любовь. Только она всегда была и будет.
и мы сосуды ее. Почему это? Я хотела как раз эту историю до конца рассказать. Этот предприниматель, как раз я эту песню первый раз спела, он меня пригласил в гости в декабре 2012 года, когда должен был быть конец света. И да, и я вот не помню точно, то ли я ее прям там сочинила и спела, то ли просто ее там спела. Но вообще эта песня как раз, может, ранее ее сочинила, посвящена тому, что дальше будет. То есть я хотела этой песне сказать, что дальше будет. Именно не в плане любви, а любовь как-то так уже присоседилась. Вот. Я там как раз спела эту песню, и вот он стал ее любить, то, что в плане как будто она как будто часть... Да. Со света не стала, любовь продолжается. Да, 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 да. Вот она, в принципе, тем событиям как-то посвящена. Я закончу. О, вот, я нашла свою любимую песню до конца. Называется она «Я буду любить тебя всегда, как всегда у меня все на любовь». Я буду любить тебя всегда, я буду солнцем в твоей руке, теплым, нежным, раскрою крылья за спиной, чтоб ты всегда нашел дом свой, уютный, безмятежный. А завтра будет новый день, тебе раскроет новый день. Объятия света, всего лишь взмах, и мы в пути, всего лишь шаг, мы полетим туда, где небо сравняется с землей. Этот день, этот миг, этот мир меняет краски, строит звездные мосты, этот шар голубой, непихуемо прекрасный. Там, где я, там, где ты, нас так много, нас там тысячи. Нет. Мы всегда одни, и когда придет рассвет, я прошепчу привет, ты прошепчи. Я буду любить тебя всегда, я стану солнцем в твоей руке, теплым, нежным. Раскрою крылья за спиной, что ты всегда нашла дом свой, уютный, безмятежный. А завтра будет новый день, тебе раскроет новый день. Объятия света, еще лишь мам, и мы в пути, всего лишь шаг мы полетим туда, где небо сравняется с землей. Как же так, кто посмел под запрет? Мои слова к тебе, между нами, кроме звезд и ветра, ничего же нет, и это все во мне. Будет солнце целовать в твои веки и звать к себе рассвет, и смеясь рассыпаться в веки сиянием на стекле. Я буду любить тебя всегда, я стану солнцем в твоей руке, теплым, нежным, раскрою крылья за спиной, чтоб ты всегда нашел дом свой, уютный, безмятежный. А завтра будет новый день, тебе раскроет новый день. Объятия света, всего лишь шаг, и мы в пути, всего лишь взмах, мы полетим туда, где небо сравняется с землей. Спасибо вам большое за внимание. Так как у нас заканчивается сезон, хочу выразить огромнейшую благодарность нашему внештатному администратору Альбине Юнусовой, которая собрала, скажем так, в этом сезоне таких прекрасных исполнителей. То есть все, вот, кто выступал у нас в сезоне 21-22,
благодаря вот Альбине, вы их всех увидели. Альбина, тебе огромное спасибо за твой труд, за твой бескорыстный труд, за твое вот это вот вдохновение, за твои вот эти старания, за те, скажем так, ну, грубо говоря, терки между нами, но тем не менее ты все это делаешь. Спасибо тебе большое, очень благодарен тебе вот лично за... Я думаю, что и зрители в интернете, все благодарны тебе за твою работу. Спасибо тебе большое. Надеюсь, что наше сотрудничество с тобой продолжится и в следующем сезоне. Но сезон у нас еще не заканчивается. Благодаря, так еще раз говорю, благодаря Альбине, в следующее воскресенье мы встретимся достаточно с большим количеством участников. Там будут также, как я уже говорил, участники, которые не выступали в нашем проекте еще. Вот мы с ними познакомимся на заключительном концерте. Я думаю, что в следующем сезоне мы с ними уже встретимся в сольных концертах. Вот на этом наш сегодняшний концерт подошел к завершению. Слушай, какой-то скрипит. Подошел к завершению. Встретимся с вами на следующее воскресенье, также в 15 часов по уральскому времени, на закрытие сезона 21-22. Всем спасибо, всего доброго, до свидания.